Ребята, привет! Привет-привет всем любителям рисовать! Думаю, Каркуша, по твоему приветствию зрители уже догадались, что сегодня мы объявляем имена наших победителей конкурса рисунка. Ох, как всегда, нам было очень непросто выбирать только 10 работ. Хочется наградить всех! Каркуша права, каждый юный художник заслуживает признания. Поэтому давай скорее назовем имена победителей. Наша первая победительница Вероника Башкова уверена, что доброта сделает мир лучше. И даже на своем рисунке 7-летняя художница гордо заявила: «Я волонтер». А вот как выглядит мир без слез глазами Асрета из Республики Дагестан. Он учится в 1 классе, а его любимые занятия – рисование и бокс. 5-летняя София Ивонина мечтает быть свободной, как дельфины, которых она нарисовала. Делать, что хочешь, и добиваться своих целей. Красивая мечта. Хотя другой нашей победительнице, Ясмине, чтобы быть счастливой, достаточно обнять своего любимого кота. 6-летняя Арина убеждена, что искренняя дружба возможна не только между человеком и животным, но даже между кошкой и божьей коровкой. А юная Мишель нарисовала целую картину, где все-все люди и звери нашей большой планеты живут дружно и счастливо. Ой, Сережа, посмотри, пока на улице холодно и темно, Илья Ватомов поделился с нами кусочком лета. Ой, как здорово было бы сейчас очутиться в этом зеленом лесу. А вот Вероника Дюжакова поделилась такой работой. У нее на 1-м месте школа. Следующий рисунок – само очарование. Вика Рунова изобразила необыкновенно милого ежика. Как можно, глядя на него, не улыбнуться? Хочу, чтобы мир был ярким и наполненным музыкой, пишет под своим рисунком Лиза Бадикова. Тогда будет весело и не будет слез. Да, Сережа. А еще она пишет, как мечтает, чтобы ее рисунок показали в нашей программе. Что ж, поздравляем с победой в нашем конкурсе. Ох, кажется, мы уже объявили всех победителей. И правда, Каркуша. Ребята, если вы не услышали сегодня свое имя в нашем эфире, не расстраивайтесь. Обязательно публикуйте рисунки на своей страничке в Инстаграме с хэштегом «Рисую мир без слез». Пусть ваши работы расскажут нам, как вы видите мир без слез, с родными, друзьями и домашними животными, любимыми играми. До конца года мы выберем еще 10 юных художников, которые получат в подарок чемоданчик с принадлежностями для рисования. Желаем всем вдохновения и море улыбок! До новой встречи, друзья!